Вот уже столько времени весь мир наблюдает за ожесточенной и жаркой схваткой бывших супругов и голливудских знаменитостей Эмбер Хёрд и Джонни Деппа. И если ранее в их конфликте исчадием ада считали именно Джонни, то сейчас как раз над его былой женой навис дамоклов меч. Ну а по самым свежим новостям, прилетевшим из-за океана, актрису таки выгнали из второго Аквамена и вообще отстранили от любых будущих фильмов студии Warner Brothers на неопределенный срок. Другие же киностудии также решили на время воздержаться от сотрудничества с Эмбер. Так неужели ее карьере пришел полный крах, и сама ли актриса заслужила такую судьбу? Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, думаю, вы уже знаете, что поклонники Джонни Деппа, которые поддерживали актера на протяжении всей судебной возни с бывшей женой и травли в прессе, также запустили петицию с требованием устранить Эмбер Хёрд из фильма «Аквамен 2». Петицию, которая уже набрала ни много ни мало более 430 тысяч подписей и уверенно движется к отметке в 500 000. И вот, видимо, в руководстве Warner Brothers решили, что с них хватит. По крайней мере, сразу из нескольких источников, как то инсайдеры самого ресурса Change.org, где и размещена петиция, а также источники издания Sausage Roll, все они как один утверждают, что возрастающее народное недовольство, а также риск того, что уже сама Эмбер может угодить за решетку, если в суде докажут, что она подделывала улики. Все это вместе с отклонением ходатайства стороны Хёрд о прекращении дела по иску Джонни о клевете привело не только к тому, что руководство студии Warner Brothers таки решило устранить актрису из продолжения Аквамена, но и к тому, что Warner'ы пошли на еще куда более жесткие меры и приняли решение пока что от греха подальше воздержаться от сотрудничества с Эмбер Хёрд и по любым другим проектам, пока не станет ясно, что к чему. Есть, правда, и такие, как Умберто Гонсалес из «Героек Холливуд», которые утверждают, что окончательный вердикт студии Warner Brothers еще не оглашен, то есть теоретически бывшую Джонни могут и оставить в новом «Аквамене», но в любом случае роль ее героини очень-очень сильно урежут, благо съемки пока еще не начались, так что сделать это не очень сложно. Ну и что самое печальное для Эмбер Хёрд, так это что по все тем же инсайдерским сведениям из голливудских источников актрисы начали сторониться и другие киностудии, по примеру Warner Brothers. Ну еще бы, никому ведь не хочется получить шквал критики и общественного гнева, да еще и теоретически лишиться ключевой участницы в разгар съемок, если дело о клевете и подделке улик примет серьезные обороты. А напомню, что недавно друг Джонни Деппа сказал, что бывшая актера воспользовалась лаком для ногтей, чтобы нарисовать себе кровь на лице. В общем, у Эмбер сейчас все очень невесело, добавьте к этому и иск от самого Деппа на сумму, если верить источникам, в 9 миллионов долларов, и для теперь уже почти что безработной Эмбер Хёрд это может оказаться последним гвоздем в крышку гроба. В общем, ситуация перевернулась просто на 180 градусов, и тогда как гонимый годом или двумя ранее Джонни наконец оправляется от удара, его бывшая наоборот лишается ролей и становится настоящим изгоем. Что ж, точку в этом деле поставит, конечно, суд, но что-то мне подсказывает, что Эмбер Хёрд во многом сама накликала на себя все беды и теперь просто пожинает плоды. Ну а вы как думаете? Пишите ваши комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на наш канал, а также делиться этим видосом с вашими друзьями. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока.